Еще раз, это стрелка! Круче, 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 круче! Ну что ж, не будем тормозить, а то у нас сегодня холодно, нужно все по-быстрому, чтобы все подрались и по домам разъехались. Да? Представим сначала наших судей. В ринге Жека Кореец, аплодисменты. Всем привет! И сменный судья, которые тоже будут появляться, Гена Снайпер! Итак, первая пара сегодняшней встречи. Рост 168 сантиметров, вес 65 килограммов. Работает в силовых машинах. Николай Сапитов! И в другом углу, рост 76 сантиметров, вес 65 килограммов, Ярослав Михайлов! Убедительная просьба разборчиво писать имена и фамилии и прочую информацию, потому что так, как вы напишете, так я ее и прочитаю. Давайте немножко поживем встречах наших бойцов аплодисментами! Это стрелка! Самые интересные и насыщенные бои! Так, участники, быстренько дописываем контракт и несем сюда! Иначе вы не будете сегодня участвовать. Бойцы на середину. В ринге судья Жека Кореец. Помню про правила, работаем активно, беремся честно, слушаем мои команды. Времени нет, судей нет. Сами решите, кто из вас главный. Руки пожары. О, главный. Готов? Готов? Бой! Давайте поддержим первое пара. Наши! Бойцы на середину. Как
Победитель Сабитов Николай Сабитов. Итак, друзья, даем слово нашим бойцам с микрофончиком. Скажи, что чувствуешь? Вроде занимался где-то, но похоже, опыта немного. Да, последний раз тренировал год назад. А так, занимался боксом. Лайка не брался? Нет. Ладно, уровень белорусский. Скажи, что чувствуешь? Что чувствуешь? Начал хорошо вроде так, немножко пропустил, потом включился. Что пошло не так? Да, я не знаю. Что получилось? Не разочарован хоть, нормально? Вернешься? Конечно. Опыт получил, уже надо возвращаться с победами. Поаплодируем победителям! Оппоненту тоже! Красивый поединок. И мы объявляем бойцов следующей пары.